Всем привет! Это опять Ирина. Хотела вам снять видео о том, как поживают мои фласочки. Тут у меня такой вот стеллаж с подсветочкой. Здесь растения стоят, которые у меня на передержке до тепла. Кстати, хотела показать вам такой вот пафик у меня на передержке. Вот он. Называется он. Вот, не буду ломать язык. Такой красивый. Так, и вот хотела вам показать свои фласочки. Вот это ринхи. Я их все посадила в одну такую вот дренажную корзиночку. Снизу еще сделала дырочки. В чистый мох сфагнум. Дендрики. Ну, вот чуть листики у них подсыхают, ничего страшного. Я их периодически, первые два дня они у меня стояли, получается, в таких вот в пакетиках в обычных. Я сверху одевала пакетики. Сейчас иногда открываю их проветрить, опрыскиваю с легким раствором удобрения и опять накрываю. А такие фласочки у меня еще остались. Еще руки не дошли их вскрыть. Это хилошиста. Такая орхидея, которая без листьев. Интересная. И еще котлейка одна осталась крупная. Тут такие тоже. Куча-куча растений здесь. Вот. А, и еще пафики я посадила. Сейчас покажу вам. А, вот они. Такую вот я их. Тоже пиалочку посадила, сделала дырочки. В мхе они стоят тут под лампой у меня. Вот, это что по фласочкам. Будем следить за ними, смотреть, что будет дальше. Так, и еще хотела я вам захвастать кое-что. Сейчас покажу. Даже в другой комнате у меня расцвел мой долгожданный согапони. Такой красавчик. Восковой. Ароматный. Ну, кстати, аромат не сильный у него аромат. Я думала, он будет более ароматный. Но он красивый. Вот он такой воск. Настоящий воск. Второй бутончик подсушил, к сожалению, он. Но у него очень дренажный горшок, конечно. Сейчас летом он очень быстро просыхает. Вот, я так долго ждала его цветения. Вот, теперь любуюсь. Так, и еще хотела вам показать. Решила я поэкспериментировать. Здесь стоял мой Saints Within, огромный паф-реанимашка. Уже я его переставила в комнату, где поменьше солнца. Уже он удачно реанимировался. Теперь я решила провести эксперимент. Сейчас модно сажать орхидеи в кедровую скорлупу. Вот я взяла свой фалик. Вот там мелкая-мелкая, вот она, скорлупа, видите? Я вам скажу, довольно влагоемкая она. Я вот еще сверху положила мох, но, может, его и уберу. Я пока еще не научилась еще, как с ней тут справляться. Сидит он у меня так пока неделю. Вот, красивый такой фал. У него листья. Сейчас покажу вам. Сизая. Листва у него сизая. И немножко в крапушку. Такой красивый. Крупные цветочки. В общем, посадила, но пока вот наблюдаю. Не могу сказать, что прям вау-вау. Еще, наверное, пока... Тут, кстати, местами еще GrowPlant положила. Потому что... Да, и сделала таких вот много отверстий по горшочку. Потому что все-таки она такая довольно влагоемкая. Вот, поставила я его сюда на южное окошко, где побольше у меня солнышко. Вот, буду наблюдать и вам докладывать. Так, в принципе, посадка очень интересная. Мне нравится, она так, он прям хорошо сидит, не шатается в этой вот скорлупе. Вот, плюс она дешевле, чем кора. Вот, и я думаю, что там всякие бякушки не заводятся в ней все-таки. Вот, в общем, будем следить и вам снимать видео. Все, всем пока!